Росайоли, родом из Франции. В переводе обозначает чеснок и оливковое масло. Вот сегодня я его хочу попробовать сделать. Ну, естественно, мне нужно оливковое масло, чеснок, яйцо и лимон. Еще соль. Буду его, естественно, делать при помощи миксера Микси. Так, берем мерочный стаканчик, яйцо. Дальше щепотка соли. Столовая ложка лимонного сока. Думаю, этого достаточно. И два зубчика чеснока. Нужно мелко покрошить сюда. Теперь беру миксер в миксе, беру насадку дисковый сливатель, одеваю и начинаю перемешивать и добавлять оливковое масло. Очень хорошо подавать с говядиной, с рыбой, с тостами, а также с тостами, а также они хорошо идут с вареными яйцами. Ну как? Нормально.